просто за одну ночь наш государственный долг по новому курсу вырос с 72% ВВП до 100%. Это предел стабильности, или точнее предел нестабильности для всех развивающихся экономик. Что мы будем с этим делать? Как работать с этим новым государственным долгом? Давайте посмотрим на банковскую систему. 50 миллиардов гривен потерь банков в прошлом году при курсе, среднем курсе 11,8. Какие мы потери получим в этом году? Как будет справляться Национальный банк вместе с правительством с тем, что называется системный банковский кризис?